В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении Ольги Ковтун, бывшего министра здравоохранения Пермского края. Как сообщает УРА.ру, ей инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями на посту ректора Уральского государственного медуниверситета, а именно фиктивное трудоустройство сотрудницы. Ранее в кабинете ректора, отделе кадров и юридическом отделе этого вуза прошли обыски. По информации УРА.ру, неделю назад Ковтун призналась в преступлении и активно сотрудничает со следствием. Напомним, Ольга Ковтун заняла должность вице-премьера краевого правительства в январе 2015 года. Отвечала за блок здравоохранения и социальной сферы. Через полгода ее также утвердили на пост министра здравоохранения края, с которого она была уволена в августе 2016 года.